Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим рыбу на пару с рисом и грибами. Для приготовления нам потребуется 4 стейка красной рыбы. У меня форель, можно использовать любую красную рыбу. Общим весом 600 грамм. 250 грамм грибов, у меня шампиньоны. 2 полных мультистакана длиннозерного риса. Рис у меня пропаренный, общий вес риса 320 грамм. 3 мультистакана воды, это 480 миллилитров. 1 луковица весом 100 грамм, подсолнечное масло, смесь перцев и соль. Мелко порежем лук. Вот таким образом. Грибы порежем пластинами, не очень крупно, но и не мелко. Для этого рецепта лучше использовать более мелкие грибы. Стейки рыбы необходимо просто поперчить и посолить. Чайную ложку смеси перцев будет достаточно на 600 грамм, а также чайную ложку соли. Соль и перец необходимо втереть в рыбу руками. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем меню, режим жарко, вид продукта овощи. Нажимаем старт и ждем 3 минуты, чтобы масло нагрелось. Прошло 3 минуты, масло нагрелось, отправляем обжариваться лук и грибы одновременно. Прошло 7 минут, добавляем промытый рис, сразу же отключаем режим жарко, добавляем чайную ложку соли и заливаем это все горячей водой. Все перемешаем. В корзину пароварки в 2 слоя выкладываем фольгу и чуть-чуть с краю. Оставляем место, чтобы выходил воздух. Устанавливаем сверху на чашу мультиварки корзину пароварки. И сюда выкладываем рыбу. Наши стейки. Выкладываем достаточно плотно, чтобы они все влезли. Я это делаю на фольге, чтобы во время приготовления жидкость, выделяющаяся с рыбы, не попала в рис. Не все любят вкус риса с ароматом рыбы. Закрываем крышку мультиварки. Выбираем меню, режим рис крупы, 35 минут, нажимаем старт. Через 35 минут блюдо будет полностью готово. Прошло 35 минут, вот что у меня получилось. Снимаем корзину пароварки. И вот такой рис с грибами получился. Как вы видите, вода полностью впиталась. Рис получился длинным и рассыпчатым. Вот такая очень аппетитная рыба с рисом и грибами у меня получилась. Перед подачей блюдо лучше украсить зеленью, отлично подойдет укроп. А так блюдо получилось очень вкусным. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!